Что ж ты знаешь? Что ты заочник, отличник, ударник, молодой и красивый. А вот хамить не надо. Уж и похвалить мужчину нельзя. А я у него мужчина. Ну да. Тебе вон, вот такой вот сопляк нужен. Щенков с ним разводит, поняла? Василий! А! Сейчас! Ладно, подожди. Дай закурить. Я не курю. Пойди стрельни. Я? Пойди. Хорошо, я пойду. Нельзя. Мента боишься? Я? Никого не боюсь.
Я боюсь. Почему? Не понимаешь, что ли? Не прикидывайся. Ты скоро домой пойдешь. А я с ними останусь. Кончай загорать, добровольная дружина. Так, все, давай, поехали. А где задержанный? Я тебя спрашиваю. Сбежала. Что значит сбежала? А ты здесь зачем? Не справилась. Ага. Ну ладно, сбежала. Значит. Ты что, договорился с ней, что ли? Да? Ну, ты шустрый. Молодец. Они девки хорошие, не гордые. Вот это вот глазастые, да? Я вас не понимаю. Аж не понимаешь меня, да? И себе отломил, и ей услужил. Я ничего не знаю. Она меня толкнула и убежала. Вы что, за идиота меня держите? Фамилия! А это смотря, как вы себя вести будете. А если хорошо и отлично? А таких мы не задержим. Жаль. Почему? Если хочешь, можем пойти на танцы. А ему нельзя, он сегодня не танцует. Я все хотела спасибо тебе сказать за прошлый раз. Да ладно, не за что. Тебе из-за меня попало? Ерунда. Пойдем? Куда? Ну, не знаю. Как ты хочешь. Мы можем пойти ко мне. Ты меня так выручил. А ну, вали отсюда. Мало прошлого раза. Пойдем. Плюнь ты на это дежурство. А если мы тебя плюнем? Стой! Куда? С ума сошел? Стой! Стой! Света не будет. Лампочка перегорела еще на прошлой неделе. Как тебя зовут? Сергей. Поцелуй меня.
Ты не умеешь. Почему? Ну, это тебя надо спросить. А за что тебя тогда взяли? И за что? День рождения. Твой день рождения? Нет, типа одного. Знаешь, как бывает? Люди гуляют, соседи рыдают. А им как раз телефон поставили. Так и они вот чуть что сразу милицию вызывают. Ну, а ты? Что я? А, меня взяли за красноречие. Еще будут вопросы? Нет. Послушай. А что, если бы я тебя тогда не отпустил? Иди ко мне. По тому пути, по которому ходили десятилетиями. Мол, мы там наверху разрабатываем политику и направление, а вы там внизу следуете этой политике. Сегодня уже нельзя идти по такому пути. И так оно должно быть и по всей стране. Вместе с народом вырабатывается политика. И вместе она должна быть проведена. Надежда! Только таким образом мы можем двигаться вперед. Надежда, к телефону! Дядя Коля, ну что вы делаете, кто дядя Коля? Свет! Дядя Коля! Алло! Да, я. А кто это? С ума сошел? В такую рань. А это уже тебе не касается. История покажет. Ну, кроме. Не уверена. Ну, все, все, пока. Ну, что еще? Будем держаться вместе. А вот это уже никогда.
это кто звонил? Бывший муж. Чей муж? Мой. Ты мне раньше о нем ничего не говорила. Не успела, я сплю. Надежда, у тебя хлеб есть? Кончился. Вот так всегда, радио орёт, а жрать нечего. Ты спишь? Сплю. А кто это заходил? Дядя Коля, мой сосед. Симпатичный у тебя сосед. Зато один. Ты вставать не собираешься? У меня вторая смена, если хочешь умыться, ванная направо. Ванную уборную не ходить, там все посыпано от тараканов. Кран в кухне. И мойся живее, кухню тоже буду посыпать. Ты газетами интересуешься? Не интересуюсь. А вот я читаю. Все пытаюсь понять и разобраться. Что это происходит? Кирова застрелил. Бехтерева отравил. Кому был такой революционер знаменитый? Грузовиком придавил. Фрунзе на операционном столе зарезал. Ну, про тех, кого явно судили, расстреляли, я не говорю. Это ладно. Это, в общем, еще с Хрущева было известно. Но тут вот какая хитрость выходит. Вот ты, например, котлетку съел и загнулся. А на самом деле тебя власти убрали. Так получается. Чего, испугался? Да постой, да не беги ты, не беги.
Ты чего здесь стоишь? Не знаю. И давно стоишь? Не знаю. Ты не заболел? Не знаю. Заела, что ли? Не знаю, не знаю, не знаю. Стоит тут, дожидается. Я тебя не звала. Тоже мне подарок. Я пойду. Куда? Домой. Стоял, дожидался, а теперь домой? Пойдем ко мне чаю попьем. А что ж ты этого типа не позвала? Или он сам не захотел? А вот это не твое дело. Я просто смотрел в окно. Мало ли, с кем я целуюсь. Много, ты я уже усвоил. Здравствуй. Привет. Ты домой? Дверь не закрывать? Сейчас приду. Ты знаешь, Надежда, сегодня вышло, ну, прям для тебя. Когда в 39-м году освободили Западную Украину и Западную Белоруссию, всех парикмахеров оттуда выслали прямо в Сибирь. Каково? Ну, что у вас такого в парикмахерах? А их всех в Сибирь. Ну что? Ты хоть меня вспоминала? Разменялась бы ты с ним. Идем домой. Что мы тут стоим? А? Что ты сказал? Ты есть хочешь? Нет, не хочу. А я хочу. Ну не молчи. Поговори со мной. А то мне есть скучно. О чем поговорить? Я не знаю. Ну расскажи про себя. Паспорт. Кузнецов Сергей Андреевич. Серия 31МЮ, номер 467985. Выдан 6-м отделением милиции. Русский, не женат, прописан. Замечательный паспорт. А лет тебе сколько? 54. Как много, Сергей Андреевич. А мне скоро 20. А прописан с кем? С мамой прописан. Поставь стакан. Я не умею целоваться. Да потому что не умеешь. Пусти. Ой! Хочешь, научу? Хочу. Давай, помоги мне. Иди, 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 иди ко мне. Иди. Ну, куртку сними. А почему ты на меня так смотришь? Как? Страшно. Закрой глаза. Вставай. Вставай, вставай. Давай все сначала.
что горит? Ничего. Ты что, куришь по утрам? А? Что ты сказал? Ты куришь по утрам? Мать. Я почти не спал ночью. Ты лежала рядом, дышала в темноте. А если бы я дышать перестала, ты бы уснул? Какая ты глупая. Анатольевна, потише, пожалуйста, я ничего не слышу. Надя! Тебя к телефону. Алло. Здравствуйте, Надя. Я не знаю вашей фамилии. С вами говорит Сережина мать, Тамара Михайловна. Алло. Алло, вы меня слушаете? Надя, вам сколько лет? 20. А Сергею 18. Вам известно, что у него скоро сессия, а он техникум прогуливает? Почему вы молчите? Я сколько раз просила не занимать телефон? Подождите, служебный. Извините, пожалуйста, я перенесу телефон в другое место. Алло. Надо, милая, что-то делать. Надо. Так вот, вы, пожалуйста, не строите никаких планов. Ему с нами не жить. Алло. Конечно. Вы что, издеваетесь? В общем, так, дорогая моя. Вы должны дать мне слово, что немедленно прекратите... Мне все. Нужен телефон. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Вы извините, но, к сожалению, я разговаривать с вами больше не могу. Ах, вы не можете, а я могу. Вы знаете, что он у меня один, единственный. Я на него жизнь положила. Вам, конечно, не понять, что это значит одной ребенка растить. Мы только-только начали жить по-человечески, квартиру получили. И вы на нашу квартиру, пожалуйста, не рассчитывайте. Это моя квартира, это я ее получила. Мне нужен телефон. Извините, но разговаривать с вами я больше не могу, потому что моей заведующей нужен телефон. Да-да-да, очень нужен. Ну, очень нужен. У меня просто нет слов. Вы еще хуже, чем я о вас думала. Какая вы женщина? У вас нет сердца, вы просто гадюка. Дрянь. Татьяна Васильевна, извините. Извините, мне нужна Надя. Стучать надо. Все твоя модная обувь. А кто же знал, что такая зима? Идиотка. Ой, ну, челник к ногам приклеили. А, может, чуть теперь отрежу ноги и сапоги. Что ты говоришь, дура? Ай, представляешь, какая будет экономия на обуви. Завтра пойду в магазин и куплю любые.
Молчи, сегодня я буду говорить. Сегодня у нас большой праздник. Я люблю праздники, потому что это выходной. А день рождения люблю особенно. Сегодня у тебя день рождения. Да. Я поздравляю тебя, желаю тебе здоровья, радости и счастья. Вот. Теперь ты у нас совсем большой. Закуришь, загуляешь. На, кури. Нет. Кури, 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 нет, кури. Нет, ну, нет, ну, нет, нет. Я никогда не курил. Я прошу тебя, ни кури. Одной сигареты нет. Ну ладно, хорошо, на, мои затянись. Ну а как это? Ну так, смотри, берешь сигарету, большой вдох, здесь задерживаешь и выдох. Понял, смотри. Родители идут. Ой. Понял, накури. Нет. Ну одну хотя бы, ну я прошу тебя, ну одну затяжку. Давай, на день рождения. Только родители. Давай. Ой, 18 лет. О, Господи. Я помню мои 18 лет. Да, ты у меня уже совсем-совсем пожилая. Ну, знаешь, 20 лет это еще не старость. Ведь будет когда-нибудь 30, 40. Ужас какой. Да я тебе и 30-летнюю любить буду. Угу. Даже если ну, ты будешь старая, лысая, седая. Ну, седая еще куда не шла, лысая. Седину мы уберем. Все в морщинах, с бородой. Я думала, что ты уже взрослый. А тебе не 18 лет исполнилось, тебе все 12 исполнилось. Да. Я помню свои 12 лет. Надежда, ты дома? Тревожное лето 39-го года. Где-то какой бардак столько лет стоит. Ну что не возьми, колхозы вранье. Пятилетки то же самое. Может, скоро объявят, что и войну не мы выиграли. И чем ближе к сегодняшнему дню, тем разоблачений меньше. Коснись чего сейчас, опять, значит, скажут отдельный недостаток. А в 2000 году напечатают, что сегодня самый ужас и был. Ну, мне-то что, я за это время 3 раза подохну. А вот вы как это терпеть будете? Чего молчишь? А чего говорить? Меня ваши газеты не трогают. Газеты его не трогают. Дурной ты парень. А твое нынешнее временное положение здесь тебя тоже не трогает. Почему это временно? Ну, а как же? Надька тебя с горя подобрала, очухается и пошлет тебя к технику. С какого это горя? Вы от своих газет заговариваться начали. Мужа она бросила и квартиру на первый этаж разменяла. С чего думаешь? С высокого чувства. А он укатил в неизвестном направлении, вот она тебя и подобрала. Врете вы все. А чего мне врать? Ты вот тут сидишь, штаны протираешь. Кому ты такой нужен? Ты почему не работаешь, что не едешь? А ваше какое дело? Мало того, что со своей газетной ерундой без конца суетесь, так ты еще в нашу жизнь лезешь? Отвали, пока цел! Мне твои пылиты информации осточертели! Мои?
Паразит! Не касается его, он, видели, бабой занят! Да вот потому в стране и разруха, что такие, как ты, из бабских коек не вылазят, даже поедет! Зато от тебя большая польза! Это вы все построили! Вот и радуйтесь теперь! Я всегда честным был! Горело все к черту! Честно! Жизнь честная! Я у бабы на шее не сидел! Я всегда свой хлеб честно зарабатывал! Татьяна Васильевна, вы извините. Что? Вы меня извините. Чуть не убили. Татьяна Васильевна. Сергей, сколько раз просить вас, чтобы вы не назвали меня Татьяной Васильевной? Зовите меня просто Таня, не такая уж я старая. Что, вы совсем молодая? Просто Надя вас так зовет, Татьяна Васильевна. Да, для Нади я начальство, а для вас просто женщина. Начальство всегда начальство. А зачем же вы так, Сергей? Это вас Надя научила? Ну что? Ладно. У нас не бывает конфликты. Вы же знаете, какая она самостоятельная. У нее на все свое мнение. Вы, наверное, уже это ощутили. Мы с вами поговорим об этом в другом месте потом. Хорошо? До свидания, Сергей. До свидания. Здравствуй, Надя. Как ты меня напугал? Ты зачем пришел? Я соскучился и пришел. Знаешь, что я сделал? Не знаю. Я сделал второй ключ от квартиры. Зачем? Чтобы удобнее было. Возьми. А то живем, как в проходном дворе. Оставь его лучше себе. Я уже так привык. Пусть у тебя будет свой ключ. Застегни. Ты знаешь, о чем я думаю? О чем? Я думаю о том, как я буду встречать тебя после работы вместе с нашей дочкой. А сын? Сын потом тоже будет. А если сразу? Двойня, что ли? Тройня. Я серьезно. Я серьезно. Давай устроим свадьбу. Что? Ты будешь такая красивая в белом платье. А без платья. Я не шучу. Я хочу, чтобы ты была моей женой. Почему ты молчишь? Ты бредишь? Я молчу. Все нормально. Тогда чего тебе надо? Объясни мне. Чего ты хочешь? Я хочу домой. Пойдем. Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Объясни мне. Я не знаю, как тебе. Нам хорошо вместе. Разве этого мало? Пойдем. Никуда я не пойду.
Мама, ну что ты за мной идешь? Чего ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты вернулся. Я там, кажется, ничего не забыл. Не смей так разговаривать со мной, не смей. Почему? Потому. На кого ты похож? На тебя. Уходи. Нормальные дети в праздники сидят дома. А ты бросаешь родную мать в международный женский день. А это твоя где-то на гулянке водку пьет. А может быть, ей скучно? А какого веселья надо, Сережа? Жизнь, между прочим, это будни, а не праздники. Она разве нормальная женщина, ты подумай. Она тебе хоть раз в жизни суп сварила, у нее, наверное, даже кастрюли нет. Мама, остынь, выпей чайку. Живете как цыгане. Надо же о будущем думать. Кому? Что кому? Кому надо. Это не твои слова, Сережа. Это ты с ее голоса говоришь. Мама, ну при чем тут Надя? Оставь ее в покое. Да ее знать не желаю, твою Надю. Моя бы воля, я бы ее вообще из города выслала, чтобы она не распространяла здесь заразу. Уходи. Сережа, вернись, я тебя прошу. Ну что, тебе мало хороших девушек? У нас большая квартира, все есть, приводи, живи. Ну зачем тебе это ненормальное, Сереженька? Пусть я пойду. Нет, я тебя не пущу. Мама, если тебе это плевать на родного, мама, что ты делаешь? Можешь идти. Мама, оставайся ты, что ты делаешь? Хорошо, ну, мама. Хорошо, я встану. Мама! Но имей в виду, это добром не кончится, Сережа. Люди так себя не ведут. А ты? У тебя вообще нет своей позиции. Нет позиции? Мама, иди отсюда! Уходи домой! Сережа, любимый! И где ж ты потерял-то свою позицию? Неужели у меня в постели? Надо это поискать! Понимаешь ли, Сережа? Мама-то права! Потому что ты позиция без человека, или человека без позиции, или я не знаю, что там нету. Но самое главное, что этого нет, нет и нет. Что ты делаешь? Я делаю то, что я хочу. Но я не могу захотеть то, чего хотела бы хотеть. Даже ради тебя. Смолчи. Почему? Сережа. А я так ждала, когда мамочка наконец-то выскажется и пойдет домой пыль вытирать. Не смей так говорить о моей матери. А почему ты кричишь? Сереженька, она же пьяная совсем. Разве ты не видишь? Почему ты на меня кричишь? Ты что, боишься, что я что-нибудь не то скажу? Надя! Ха! А я ее с праздником хочу поздравить! Замолчи! Дорогая мамочка! Поздравляю тебя! Надя! С праздником весны и любви! Женщины всех стран! Обнимемся! Надя, не смей! Надя, прекрати! Выпусти что меня! Ты делаешь? Я хочу поцеловать! Надя! Мама! Мама! Я люблю тебя! Надя! Ты такая мама! Надя, не смей! И я так тебя люблю! Надя, остановись! Я так Надя! Тебя люблю! Так, что здесь происходит? У людей праздник, мы бардак разбили. Вокруг чего скопились? Вокруг меня. Вокруг вас всегда что-нибудь происходит. Придется пройти. За что? Со мной. Домой, мама, а? Да отстань же ты! Дорогие советские женщины, поздравляю вас с праздником 8 марта! Желаю вам здоровья и счастья! Колика был солдат Афат, и Колика был со всеми брат. Эх, головушка буйная моя, посидеешь скоро у меня. Татьяна Васильевна, Сергей говорит. Обязательно. Я хотел узнать, Надя на вторую смену не осталась? Нет, 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 нет. Ничего, ничего. Спасибо.
шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. 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 Брось сигарету. Почему? Потому. Сколько раз говорил, ненавижу, когда ты куришь. И где же ты была? В кино. Опять? Я тебе не верю. Ни единому слову не верю. Как хочешь. Что происходит? Куда ты ходишь? Скажи правду! Я не знаю правды. А кто знает кто? Я тебя спрашиваю, скажи, кто? Не ори, пожалуйста. Знаешь, с тех пор, как мы стали жить вместе, я люблю тебя меньше. Не хочу, чтобы меня заставляли. Ты не должна говорить, что любишь меня меньше. Я не могу этого слышать. Ну, скажи что-нибудь. Почему ты молчишь? Надя, ответь. Ну скажи. Я люблю тебя. Надежда! Да. У тебя хлеб есть? Нет. А ты не знаешь, какой магазин работает? Не знаю. Ай-яй-яй-яй. А тебе хлеба купить? Купи, только дай поспать, пожалуйста. Ты, господи. О, я, Коля, здоров, ты куда? Привет, за хлебом. Там магазин работает. Вон, у рынка дежурит. Тут перекрыто. Ты же на мотоцикле подвези. Не могу, дядь Коля, я на службе. Соседка дома? Да куда она денется? Пропусти, а? Нельзя, не видишь, что ли? Ну, не надо хлеба. Демонстрация идет. Не могу. На 3 часов все будет перекрыто. Да пошел ты! Стой! Да вы с ума посходили! Живого человека в грязь толкаете! Дайте пройти, люди! Да пропустите же меня! Да пропустите! Эльцины! Ура! Дайте пройти! Люди! Дайте же вы мне пройти! Пропустите! 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 Пропустите!
Я уже пришел в свое светлое будущее! Я уже ничего не боюсь! Я здесь живу, как собака! Меня каждый может обидеть, а мне ждать! Через улицу нельзя перейти! Идиоты! Куда вы идете? Я 50 лет так хожу, а что у меня есть? Что я имею? Только вранье! Вранье! Ненавижу! Сережа, добрый вечер. Татьяна Васильевна, здрасте. Здрасте. А что вы здесь делаете? Так, ничего. Надю жду. Надя здесь? А вы почему не танцуете? А я не люблю танцевать. А вы что, тоже сюда? Я? Нет, я не сюда. Ой, Сережа. Я из гостей возвращаюсь. Целый час уже. У таксиста жена рожает. Кланяемся каждому тебе. А вы что, так и будете в одиночестве торчать? Такой вечер один. Садитесь, места хватит. Надя сейчас выйдет, и мы вас проводим. Ну, зачем же вместе? Разве мы вдвоем не найдем? О чем? Ну, Надя... Надя, Надя, Надя! Какой еще маленький, Сережа. Поехали. Ну что, родила? Нет еще? О, Боже. Адрес вы знаете? Заходите. Буду очень рада. До встречи. Хорошо. До свидания. Ну что, натанцевалась? Нет. Если бы ты не ушел, я бы еще потанцевала. С кем? С этим длинным, руки как грабли, или с милиционером? Оба прилично танцуют. Прилично? Хватает тебя при всех, это прилично. А если бы они меня не при всех хватали, было бы лучше. Кто? Пусти. Мне больно. Пусти. Кто? Не делаешь больно. Ну? Что ну? Ты мне не ответил. Ну? Мне голову оторвешь. Ну? С ними встречалась? С кем из них? Или с обоими? Скучно. Ты уж скорее весело. Ты его знаешь? Я тебя спрашиваю! Не знаю я никого. Не надо меня все время дергать, надоело. Он на тебя смотрит. Он тебя знает. Или не знает. Вот этот водитель. Почему он на тебя смотрит? Чтобы я к нему пересел. А! Пусти! Ну пусти меня! Ну пусти меня! Пусти! Нет, ты мне скажи, ты мне ответь.
Слушай, иди отсюда, а? Куда? Куда хочешь. Стой! Знаешь, мне кажется, что наверху ничего нет. 5 этажей, крыша и свету конец. Да ты просто сумасшедшая! Бормочешь, бормочешь, ты же заговариваешься! А на кого ты похожа? Кто тебе сказал, что ты красивый? Ты же уродка настоящая! Посмотри на себя! Уродка! А какая нежная была жизнь. Ты меня больше не любишь. Давай кончать все это. Спать хочется. Уходи. Надя! Ты что? Надя! Надя, пусти! Надя! Надя! Надя, открой! Надя! Пусти! Надя! Надя! Надя, открой! Надя, тебе говорю, открой! Больше ни о чем тебя спрашивать не буду. Сегодня не спросишь, завтра спросишь. Я сама тебе скажу. Я встречаюсь. С кем? Да с одним. Я тебя не вижу. Тебя нет. Тебя больше нет, понимаешь ты? Уходи! Знаешь, Надя, а ведь я тебя убью. Убей! Ну на! Ну давай! Давай! Убей! Лучше убей. Только уйди отсюда. Я прошу тебя, уйди, уйди отсюда. Ну на, ну на, ну давай, убей. Уйду. Ну, только уйди отсюда, ну уйди. Я прошу что я буду тебя, делать тебя, уйди. Как жить? Как все? Пошел вон! Пошел! Вернись ко мне. Ты не должна жить без меня. Ты моя. У тебя не может быть никого другого. Да уходи же ты, наконец! Ну, убирайся отсюда! Убирайся, понял? Надя, не надо. Я прошу тебя. Извини меня. Я не могу тебя больше видеть, понимаешь? Почему ты меня не любишь? Не могу! Почему ты меня не любишь? Люби меня. Люби меня хоть немножко. Немножко я всех люблю. Сука! Надя! Ну что? Не убил я тебя! Убил! Убил! Thank you.
Надя. Надя. Я тебя убил. Ты не верила, я тебя убил. Ты все время уходила. Я не мог тебя удержать. Теперь будет, как ты хочешь.